Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мои видео. Сегодня я буду, короче, играть в игру про голодающих художников. Здесь надо... Не надо сюда на презентацию. Давайте дорисовать. Так, что будем мне носить? Ой. Так, что вы хотите? Ну, я вот со всего буду рисовать дорс. Так, где мы? Так, вот такой пиксельный пол. Так. Так, ребят. Дверь будет вот так. Так, давайте. Так, здесь будет. Здесь будет вот такой. Оу. Чего не понимаю? Такой номер у нас. Идет такой красный. Ну, если кому-то нравится, то лайк, а если никому, то дизлайк. Чёрт. Открываю. Буду работать за Дорс. Смотрите, как у Соника. Так. Так, ребят, мой персонаж вот такой рисует. Он был другой. А сейчас вот такой у меня скин моего персонажа из Робокса. Вот такой он выглядит. Давайте следующий рисочек. Тут у нас будет амбус. Такой амбусор. Амбус. Амбус — это монстр, который летает бесконечно. Только летает бесконечно. Это моде. Только почти бесконечно. Теперь нам нужно вот такие глазки. Для него глаза. Но на самом деле оно в 100 раз больше нашей планеты. Так. Потому что находится очень далеко. Например, если лететь от Земли до Солнца на обычный самолет, это займет 17 лет без остановки. Если оседлать луч света, то всего 8 минут.
такой будет. Пап-пап. Ладно. Вот. Так. Добавим март. Ладно, ставьте лайк, ребята, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте смотреть мои видео, не забудьте даже колокольчик, коммент и все такое. Ладно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик, напишите коммент. Всем пока, ребята.